Наш путь сегодня лежит вот туда, к строящимся высоткам, поселку аварийному, части соцгорода. Вот туда. Вот мы потихоньку приближаемся к нему со стороны улицы Братиславской. Самого квартала не видно, он скрыт за деревьями и линией метро. Видно аварийный поселок, а трамвайная линия. Сейчас мы перейдем через дорогу и углубимся в квартал. В этом доме раньше помещалась народная дружина. Движемся вдоль домов. Эту сторону уже сносят с той стороны, со стороны Ленинградской площади. Растут небоскребы на месте снесенных вот таких же домов. Балкончик дым, балкончик навесной. Шум трассы здесь уже не так ощущается. В глубине дворов видны гаражи и разрушенные сараи. Сараи превращены теперь в свалку. Поселок аварийный был построен после войны для рабочих заводов, таких как Дарницкий шелковый комбинат, позже Радикал, Химволокно. Почти весь он застроен двухэтажными домами. Слева от нас Попудренко 44, справа линия метро. В некоторых из домов живут, в некоторых находятся магазины, фирмы. Тут в тишине двориков не слышен, ну почти не слышен шум трассы. Я снова выбрался к трассе, чтобы попробовать зайти в один из этих домиков. Здесь он открыт. Свернем проходничком. Нас окружают зеленые заборы.
уже вскрыл внутренний дворик. Поднимается наверх. А вот тут следующий по улице дом уже снесен. Вот его развалины. Кусок стены остался. Отправляемся туда, чтобы обозреть, что уцелело от аварийного поселка. Мы уже выбыли из строя все домики справа, уже тут масштабное строительство. Еще года два назад тут стояли уютные двухэтажные дома. Вот несколько из них стоят еще там. Мы же двинемся дальше. Насквозь просматривается, если идти прямо там метро, улица Краковская. Мы сейчас на улице Краковской. Остатки былой застройки. Слева уже все выбито и перестроено. К тем дальним домам мы не будем идти. Их два, они на отшибе. Не по пути просто. Вот такой симпатичный домик. Обсаженный каштанами и кленами. Свернем во дворы налево. Почтовые ящики вне домов. Как в частном секторе. На стенах повсюду реклама наркотических средств. Домах есть также подвалы. Мы заходим на окраину аварийного поселка.
Если мы пройдем в ту сторону, то выйдем к магазину. Но вначале зайдем еще в несколько двориков. Видите, надпись. Будинок номер 11 належить ДШК, Дарвинскому шелковому комбінату. А тут стык более позднего соцгорода, Хрущевки и трехэтажный домик аварийного поселка. Мы снимем его с другой стороны улицы. Такой домик, где находится галантерея. Банк, а вот домик с магазином. Перфора был обычный советский гастроном. Мы чуть ближе встали, сейчас мы пройдем к нему, завернем за угол и обойдем аварийный поселок по границе. Там еще есть старые домики. Вот в Мирино. Асфальт скрывает следы булыжной мостовой. Мы снова немножко вернулись. Осталось зайти, подойти к еще одному любопытному дому. Он будет по ходу к линии метро. Все это скоро снесут. Это угол Краковская и Николая Лебедева. Мы двинемся по Лебедева дальше. В ту сторону. Вечная стройка. Ну вот окраина аварийного поселка. Свернул налево, вот дом за соснами. Любопытный дом очень. Лебедева 19. Давайте попробуем его снять, прямо глядя на него. Обстоятельный дом. Пройдем во дворик.
из-за любопытства местного населения. Простите, а вы не подскажете, сколько лет назад вот это все раскопали? Это уже лет 10. Вот. А что они собирались делать тут? Не знаете? Я не знаю. Что-то хотели, но... Вот, я просто... Оно уже давно, он уже и клёны поворотил. Вот, я просто журналист и снимаю о плачевном состоянии района. Вот, и... Оно уже лет 10, он уже тополя вырос. Да я вот вижу. Ну как, к вам ОМА совсем, я вижу, подобрались. Вас сносить не собираются, нет? Оттуда начинают сносить. А когда до нас заберутся, у нас генералы в доме. Ага, ага. То есть вы можете еще тут спокойно жить, да? Да, генералы, полковники тоже. Вот. А вообще как тут уютно вот, живется вообще? Да, 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 трехкомнатная квартира, хорошо. Зелено, спокойно так. Да, все есть. Вот. Главное, дома теплые. Да. Это не то, что вот сейчас. Это, а у меня кирпичный дом. Вот. А вот этот из чего? Это тоже это кирпичный? Это шелкоблоки. Шелкоблоки, ага. Ну вот эти же, ну сколько? У меня один, вот там. А. Последние, 46 дворов 2. Вот те дома их строили для заводов, да? Это немцы строили, немцы, заключенные. Да. Угу. Но их строили для шелкового завода, для радикала, да? Да, да, 512, 1000. Вот эти. А вот этот для чего строили? Не знаете, это... Эти я не знаю. От какого завода? А. Это все от 512. Угу. Уже... И 512 уже в склад превратили, уже завода нет. Да жалко, да, вся промышленность села, считайте. Какое творится. Радикал, там еще, по-моему, этот, как его, радикал тысячный, там что-то еще какую-то химию выпускают. Там радикал его разделили на части, часть продали, часть сдают в аренду корпуса. У меня соседка, она там что-то какое-то... А, что-то осталось там, да? Да, она там работает, что-то домой приносит какую-то химию. Тараканы дохнут. Ну вот, видите, была... Оборонка была, а выпускают теперь отравлены. Я еще был маленький, немцев дразнил. Гитлер капут, они капут, капут. И тут всюду они старались, да, немцы, строили, а вы жили где-то неподалеку раньше, да, получается? Нет, тут было это, мы жили в землянке. Ага. Землянка, а потом уже начали дома строить. А это где... заключенные немцы. А где землянки стояли? Выкопка. И жили. То есть вот там, прямо тут были землянки. И это самое. И топили там все. Ну, дрова это собирали, топили. А потом эти заключенные немцы, я на них Гитлер капут, они шоколадку мне давали, я уж довольный. Ну такая круглая. Но. То есть у нас немцам, получается, неплохо жилось, раз у них шоколадки были и да, лишние причем. Они Гитлер капут, капут, и такую шоколадку давали. А мне, о, это за счастье. Я ж такой еще и не видал шоколада в жизни. Так то, что был у них немецкий шоколад, что ли? Наверное, это ж немцы давали. Класс, сохранили у себя шоколад. Это такая круглая шоколадка. Это в целлофаном такой, золотистый, оберточкой. Я такой довольный по уши был. Вот, и потом вам выдали квартиру уже в одном из всех домов. И... А сколько лет примерно строился вот весь этот квартал? Где-то я не знаю. Ну вот после войны лет 10, ага. Да, где-то. Вот. А был ли тут какой-то магазин или вот один, вот там были, было? Были. Еще были? В моем доме был магазин, ага. А теперь аптека.
А как вы в то время называли этот район? Аварийный. Аварийный, вот. Аварийный поселок. А вообще тут уже мало осталось вот старожилов, старых жителей квартала. Немного осталось. Почти. Видеть, когда он квартиру получилось где-то в этих домах в новых, а что 13 этаже. Ого. Ну довольны. Главное, что дали гараж, а в нем машина. О, ну, тоже хорошо. То есть вот тем, кого отселяют, им выдают квартиры вот в небоскребах. Главное, ну как? Гаражи подземные. Подземные. У меня гараж под землей. Ну, у меня мамаша была, так запрещала. У меня было 3 машины. Она боялась, что я разобью. И заставила все продать. Ну, что делать? А так всю жизнь катался на машинах. Ну, я и в автопарке и работал. Ну, на Ленинградской площади. Он до сих пор и там и стоит. А в основном тут жили рабочие вот с тех вот... Дарнинских заводов. Ну, директор до сих пор живой. До сих пор. И нормальный мужик. Вот. Правда, спортом занимается, бегает. Ну вот, потому он и жив до сих пор, уже что спортом занимается. 80-х. А? Бегает. У меня уже скоро 70 будет. Долгих лет вам здоровья. Вот. Я уже по ногам, я инвалид. Мне лечили в этой, как его. Это вы больницы. Там в больницу здесь живут? Или нет, в БСП. А, в больнице скорой помощи. Ничего, инвалида сдали вторую группу и все. И ходи как хочешь. Такая жизнь. Спасибо вам большое за рассказ. Всего доброго. До свидания. После беседы с местным жителем мы направляемся к метро. И прощаемся с аварийным поселком. Вот. Улицы. Переулки ровные, просматриваются насквозь. Аварийный поселок, скорее всего, перестанет существовать в ближайшие годы. Все к тому идет.